Харьков Extreme Challenge. История этих соревнований длиной 3 года. Обратилась региональная федерация, рассказала историю автомодельного спорта, как он зарождался, на каких высотах был Харьков. Заинтересовали, взяли за душу своим энтузиазмом и заразили идеей и поставили цель провести сначала этап Кубка Украины. В первый год нам не поверили, второй год подавали заявку, нам не поверили, но зато на третий год нам отдали целый чемпионат Украины. Для нас это как бы ступенька для развития в дальнейшем, как отметил уже представитель Всеукраинской Федерации, что за Харьковом наблюдали, Харьков оценивали и непосредственно решили отдать чемпионат и провести именно в городе Харькове. Очень непосредственно для нас приятно слышать отзывы от участников, что трасса самая лучшая в Украине, длиною в 420 метров. Ребята, энтузиасты, которые ее создавали, действительно в этом году сделали ее очень красочной, очень получилась динамичной и действительно похожа на трассу, которая не создавалась за 2 дня, а здесь и базировалась. Увидел, рекламу, и думал, как бы у меня 2 модельки, и думал прийти поучаствовать, там были для любителей. У меня 7 машин, 2 приехал со мной, а все остальные лежат дома у меня в гараже, ждут своего звездного часа. Мотор, регулятор, приемники связываются с аппаратурой, то есть как мы управляем, это вот благодаря приемнику. Руль машинка, которая поворачивает колеса. И спереди идет крепление, то есть в разных машинах по-разному крепление чипа. Чип – система, которая считает круги. Все, это в принципе такой принцип, такой же самый. Здесь машина, такой же самый принцип. И здесь сбоку аккумулятор. Все, 4 колеса, поехали. В детстве не переболел, до сих пор болеешь, называется. Не наигрался, вот ты до сих пор играешься. Всем областей со всей Украины приехала самые лучшие спортсмены представлять свои области. Идет борьба за чемпионство Украины. Проводится чемпионат Украины по автомодельному спорту. Один из самых, слово есть такое, либеральных классов у нас на помосте. В одном заезде могут участвовать и пенсионеры, и их внуки. Тут самое важное – это реакция, умение водить модель, вот, а также ее настроить. То есть это технический вид спорта. Он устанавливает ручки и дружбу с современной техникой молодых детей, людей, а также умение еще управлять. У нас сильнейшие команды на сегодня – это Киев, Хмельницкий и Днепропетровск. И они обычно между собой борются за победу. В соревнованиях участвуют где-то 50%, даже больше детей. Это те, которые в дальнейшем будут инженерами, конструкторами, учеными, тем, которым, скажем так,
будущая техническая элита нашей страны. Рядом с ними находятся взрослые. Мы проводим чемпионат объединенный, чтобы дети могли научиться очень многому у взрослых. А здесь и сборники команды Украины, и те, которые по верхам ходят на чемпионатах и кубках Европы. Ну и дети у нас зубастые тоже, они наступают на хвост всем, все сильнее и сильнее. Это очень здорово, когда мальчишки крутят, как называемую, живую гайку, знакомы с техникой. Я участвовал в Киеве, в Харькове и в других городах. Самое сложное тут собирать модель. Мечта? Ну, чтобы я тут занял какое-то место, чтобы мне папа еще одну машинку купил. Мне 8 лет. Мне дали машину. Тренер мой. Я на ней сейчас катаюсь.